4 апреля – это памятная дата военной истории России, день освобождения Братиславы от немецко-фашистских войск. Освобождение столицы Словакии от захватчиков было частью Братиславско-Брновской операции войск 2-го Украинского фронта под командованием маршала Малиновского. В ночь на 25 марта 1945 года несколько передовых отрядов 53-й и 7-й гвардейских армий внезапно для противника форсировали разлившуюся реку Грон. На следующий день в прорыв была введена 1-я гвардейская конно-механизированная группа, которая наступала вглубь обороны противника. 2 апреля передовые части 7-й гвардейской армии начали сражение за освобождение Братиславы. Прорвав линию укреплений ее внешнего обвода, они вышли к восточным и северо-восточным окраинам Братиславы. Начались ожесточенные бои за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом. Всего 2 дня потребовалось нашим войскам, чтобы выбить гитлеровцев из Братиславы. 4 апреля 1945 года столица Словакии была освобождена.